Или можно УАЗ вот туда и... Андриен Клеменцо немного смущен вниманием прессы и неловко позирует перед камерой. Приехал увидеть достопримечательности и вдруг сам стал одной из них. 31-летний путешественник из Франции в России далеко не впервые, но прежде передвигался по необъятной самолетам, поездам или автобусам. На этот раз сплавляется по Волге на байдарке, соединив три хобби – русский язык, путешествия, гребли. Во Франции я занимаюсь байдарк, тоже зима. Ну, это снег нет, но это тоже ветер, тоже дождь. Поэтому я был готов, если есть такая погода. Но проблема это, что, конечно, когда ветер сильный, как вчера или сегодня, это трудно. Это будет, я буду устал, это неприятно. Надо ждать чуть-чуть. Позади 2000 километров, и Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань в день преодолевает 50-60 километров. Стартовал от истоков Волги 26 августа. Много русских, они не знают точно, где находится исток Волги. Я говорю, что я начинался моя пути в истоке Волги, в Волга-Воховне. Никто не знает точно, где это. А потом я говорю, что это больше, ну это 2000 километров уже давно. Они как, о, это невероятно. Они удивлены, и они говорили, что я молодец, а теперь они говорили, что нельзя ехать дальше, это опасно. Непогода задержала французского путешественника в Ульяновске на 2 дня. Родину Ленина, Колобка и буквы «Ё» он осмотрел в первый день со смотровой площадки на 22-м этаже гостиницы. Посетил музей, прогулялся по исторической части города, полакомился в местных заведениях. Мне нравится тоже место около Вечный огонь. Ну, это памятники, но есть... пейзаж, панорама, вид на Волгу. Виза Андриена всего на 90 дней. Впереди еще много городов и почти 1600 километров. Путешественник планирует добраться до Астрахани. А по возвращению во Францию он хочет написать книгу о путешествии по Волге на байдарке. Вот я один, ну ничего, я встречу хорошие люди в России каждый день. Я не скучаю. Екатерина Терещенкова, репортер 73.